Поддержка сограждан – то, в чем больше всего нуждаются наши бойцы. Дмитров присоединился к единому дню сбора помощи для участников специальной военной операции, который прошел 12 февраля. В рамках мероприятия и при содействии губернатора Андрея Воробьева проведена региональная акция «Доброе дело». Ее цель – собрать продукты и письма для военнослужащих. В проекте участвовали волонтеры Подмосковья и неравнодушные дмитровчане. Сегодня мы собираем, как обычно, помощь, но эту помощь мы собираем и компилируем для поздравления бойцов 23 февраля. То есть у нас идет упор на какие-то сладкие подарки, там сгущенка, печенье, конфеты. Это все будет формироваться в подарки и отправляться в зону проведения боевых действий. Люди приходят, приносят продукты питания. Уже созвонили со школами, которые также к нам будут приходить, передавать письма и поздравления для бойцов. На этой неделе, на следующей неделе мы сформируем уже полностью отправку на центральный склад в Балашиху и передадим все нашим бойцам. Пункты сбора были организованы на базе комплексного молодежного центра «Сфера» и его филиала «Квартал». Оказать поддержку военнослужащим в зоне СВО и передать им все необходимое можно и в другие дни.